В Актюбинской области теперь топит северные районы. В Оглинском талые воды размыли 2 сельских моста, 4 аула остались без транспортного сообщения. Жители села Карагаш уже несколько суток не могут никуда выехать. Из-за резкого таяния произошел перелив на трассе. Людям приходится переправляться на лодке. Также отрезаны от цивилизации еще 3 населенных пункта – Каракудык, Аск-Сазды, Самбай. Чиновники уверяют, что совместно с сельчанами сейчас пытаются восстановить объездную дорогу. Помимо прочего, талые воды размыли еще и 2 моста, которые только в прошлом году прошли капитальный ремонт. Чиновники уверяют, что подрядчик вновь приведет все в порядок. Эта дорога районного значения находится на ремонте. В прошлом году начаты работы, в этом году будет завершена. Были переливы по объездной дороге, восстановлены в течение суток.